Чечне олимпийцам подарили по Мерседесу. В Грозном прошло торжественное награждение участников игр в Бразилии. Поприветствовать олимпийцев вышли сотни жителей чеченской столицы. В честь них провели праздничный пробег, а затем из рук Рамзана Кадырова они получили ключи от элитных джипов. Так «Мерседес» получил боксер Адлан Абдурашидов. Борцы вольного и классического стиля Исламбек Альбиев и Анзор Балтукаев. Ислам Магомедов, а также штангисты Апти Аухалдов и Адам Малигов. Последние не смогли выступить на главных играх четырехлетия из-за недопуска сборной России по тяжелой атлетике. Участников Олимпиады также наградили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой. Рамзан Кадыров отметил, цитирую, «Наши ребята усиленно готовились к Олимпиаде, но им не удалось подняться на пьедестал почета. Однако для нас они победители».